Сегодня в Китае состоится галоконцерт проекта I'm a Singer. В нем будут участвовать как конкурсанты, так и местные звезды. Ожидается, что на мероприятии выступит Димаш Кудайбергенов, который впервые исполнит песню «Махаббат Бермаган» на слова Мунайдара Баймолда. А вот победительница конкурса I'm a Singer Сэнди Лэм впервые прокомментировала итоги. В эксклюзивном интервью она назвала Димаша невероятно талантливым исполнителем, который уже покорил весь мир, несмотря на свою молодость. Конечно, я довольна его выступлениями. У него безграничные возможности. Хоть он и молод, но уже покорил весь мир. Поэтому я думаю, что его великие достижения в сфере музыки еще впереди. У него будет еще много конкурсов, в которых он обязательно победит. Считаю, что все, кто участвовал в проекте Singer, достойны первых мест. Выступать на одной сцене с такими певцами для меня большое счастье.